Дождавшийся мальчик. Буддийская притча. Один отшельник сидел в лодке, которую несло течением реки. У него не было весел, и отшельник решил, что либо он достигнет просветления и начнет управлять лодкой силой мысли, либо его унесет в океан, и он погибнет в его просторах. Проплывала лодка мимо прачки, полоскавшей белье на берегу, и та крикнула отшельнику, чтобы он взял ее с собой. «Возьму на обратном пути», — пообещал ей отшельник. Когда лодка проплывала мимо какого-то селения, беспризорный мальчик тоже попросился к отшельнику, и его обещался взять на обратном пути он. Через какое-то время в лодку к отшельнику попросился человек, промышлявший воровством в большом городе, и этого человека обещал взять с собой отшельник. И вот в один момент отшельник достиг просветления. Его лодка повернулась и стала плыть против течения, управляемая силой мысли. Совершая обратный путь, отшельник высматривал на берегу вора, беспризорного мальчишку и прачку, которых он обещал взять с собой, но вор к тому времени угодил в тюрьму. Прачка ушла от реки, занимаясь своими делами, а беспризорный мальчик, не занятый никакими делами, все еще сидел на берегу и ждал отшельника, и тот взял его с собой.